Пхеньяне заявили об успешном испытании ракеты, которая могла бы достичь Аляски. О запуске сообщили северокорейские СМИ. Испытание контролировал лидер этой страны Ким Чен Ын. Ракета пролетела примерно 40 минут и упала во внутренних водах Японии за 300 километров от ближайшего острова. КНДР заявили, что теперь способны поразить любую цель в мире. В Южной Корее по этому поводу срочно созвали Совет национальной безопасности.